Механизм долевого строительства позволил многим российским семьям получить крышу над головой, создать достойные условия для жизни, для себя и детей. Но вместе с тем появились и проблемы. Словосочетание «обманутые дольщики» вошло в обиход во многих регионах. Реальная беда – нет ни денег, ни квартиры, а стройки замерли. Таких недостроев по стране почти тысяча, десятки тысяч семей остались у разбитого корыта. Отчаявшись найти решение своих проблем у строителей и властей на местах, люди обращаются за защитой своих прав в Следственный комитет России. Как ведомство помогает этим людям в их беде, как защищает их права, этой теме было посвящено совещание, которое в режиме видеоконференц-связи провел глава ведомства Александр Иванович Бастрыкин. Мы продолжаем целенаправленную системную деятельность по разрешению данного социального чувствительного вопроса. В территориях проделана серьезная работа. Она позволяет компенсировать причиненный потерпевшим ущерб. Размер возмещения только в этом году равняется 2,4 миллиарда рублей. Кроме того, наложен арест на имущество на сумму более 2 миллиардов рублей. Отмечу, что в настоящее время в единый реестр проблемных объектов по-прежнему включено 918 жилых зданий. Это много. Не выполняют свои обязательства 344 недобросовестные строительные компании. На связи самые проблемные регионы. Пермский и Красноярский края, Кировская и Ивановская области. Причины разные, но в целом глава Следственного комитета отмечает, во всех регионах, где региональные управления не могут справиться с решением этой задачи, главная проблема местных следователей – затягивание сроков расследования, неоправданные и необъяснимые задержки в проведении необходимых экспертиз и следственных действий. Необходимо выполнить следующие мероприятия. Во-первых, конечно, ускорить оперативность следственной работы по пресечению незаконных действий в сфере долевого строительства, в особенности коррупционного характера. Проводить регулярный мониторинг публичного информационного пространства, организовывать коллективные целевые приемы граждан, принимать адресные меры к защите их интересов, оперативно реагировать на все факты, говорящие о нарушении прав участников долевого строительства. Словосочетание «обманутые дольщики» появилось в лексиконе россиян больше четверти века назад. Сегодня меры государственного контроля в отношении нового жилого строительства заметно ужесточились, но наследство в этой области остается по-прежнему тяжелым. Избавиться от этой проблемы, сделать так, чтобы выражения «обманутые дольщики» в новых словарях помечались пометкой «устаревшие», эта задача стоит перед многими органами, в том числе перед Следственным комитетом Российской Федерации.